Здравствуйте! Вы смотрите видеообзор с сайта Apps Video Review. Сегодня мы представляем вам программу Wallpaper HD. Эта программа представляет собой коллекцию разных обоев для вашего рабочего стола. Программа бесплатная, поэтому она содержит баннер на каждой странице. Обои можно просматривать просто как папку Favorites лучше. Также можно выбрать обои по категориям. Например, обои на тему природы. Или же можно выбрать обои по цвету, какой вам нравится. Так, по цвету. Например, мне нравится зеленый. Или попал в серый. А вот обои серого цвета. Соответственно, если вам понравились какие-то обои, вы можете на них нажать «Посмотреть превью». Так, тут ненавязчивая просьба оставить рейтинг в программе. Значит, мы смотрим на картинку. Если она нам нравится, то можем ее поставить как или сохранить на смартфон, или поставить как заставку для рабочего стола. Сейчас мы это и посмотрим. Картинки все достаточно качественные. Вот, например, заставка для рабочего стола. Выглядит симпатично. Картинки все качественные, достаточно интересные встречаются. Обратите внимание на то, что программа каждый раз подгружает картинки из интернета, поэтому это требует немало трафика. Лучше, чтобы вы были подключены по Wi-Fi. Так, также есть интересная кнопка Lucky, которая выбирает вам обои, которые нравятся разработчикам данной программы. Вот, в принципе, и все. Вся функциональность этой программы. После того, как вы поставили обои, которые вам нравятся, программу можно удалить и поставить, например, в следующий раз, когда вам понадобится сменить обои рабочего стола. Все, спасибо за внимание. Удачи вам. До свидания.